Глубоководная рыбалка чем хороша? Можно посидеть, подождать. Еще 220 метров. Работает две удочки. Тянем сразу. Тут сработал. Но тут честно, выцепил ее, зацепил и все, она пошла. Руками с 350 метров достать практически невозможно. Тут надо тормозить уже. Опа-на. Бухонь красный. Ну, небольшенький, но такая. Вот это морская рыбалка, ради чего мы сюда и ехали. Пошли ко второй. Что-то хорошее тянет. 35. Хороший. Вот это хозяйский. Хозяйский. Вот это рыба. С глубины 350 метров. Аж глаза у него вылазят. Но вот это окунь. Очень вкусный, гастрономический. И какой красивый. На самом деле, такого найти еще в каком-то другом море очень сложно. Ловли на больших глубинах – дело довольно сложное. В первую очередь мешает ветер, который быстро сносит лодку с точки ловли. А когда он усиливается, мало помогает плавучий якорь. В этом, очевидно, одна из причин отсутствия интенсивного клева. Приманка проходит через стаю, следует поклевка, а лодку тем временем сносит ветром. И при следующем забросе приманка оказывается там, где рыбы уже нет. –